900 долларов. 900. Что у вас свитч включен? Кто включен? Выключатель включен. Что, камера работает? Да, да. Да. Ну, а работала? Нет. Просто иные. Эти не идут? Юрий Иванович, какой-то сувенир. Welcome aboard. I'm the purser of this flight. My name is Ladlena Ulyanova. We would like to draw your attention to the following safety regulations. All your heavy luggage should be stowed under the seat in front of you. The overhead racks are for coats and small items only. On today's flight, smoking areas include the second row in first class, rows 20 and 21 in business class, and rows from 36 to 43. Attach the straps to the hooks in front. Затянитесь плотно. Then pull them tightly. Position. Благодарим вас за внимание. Thank you for your attention. Ага. Световое табло не курить погасло. Теперь можно курить сигареты, но только на специально отведенных местах. Наши аэробусы места для курения расположены в первом классе второй ряд, в бизнес-классе 20 и 21 ряды, в туристическом классе с 36 по 43 ряд. Мебельница находится в подлокотнике вашего кресла. Просим вас не курить в туалетных комнатах, а также в проходах. Если вы желаете курить, пожалуйста, займите свободное место в зоне для курения после того, как погаснет табло, пристегнут ремни. Мы сожалеем, но курение сигар и трубок не разрешается. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, the no smoking sign has been turned off. Cigarette smoking is now permitted only in the smoking areas. On today's flight, smoking areas include the second row in first class, rows 20 and 21 in business class, and rows from 36 to 43 in economy class. Your ashtray is on the armrest of your seat. Please do not smoke in the lavatories while walking or standing in the aisles. If you smoke, please take any vacancy in the smoking area after the safety belt sign is off. We regret that pipe or cigar smoking is not permitted on board. Thank you. Дамы и господа, в нашем рейсе вам было предложено прохладительные крепкие напитки, горячий обед, чай, кофе. Вы сможете воспользоваться беспошлинной торговлей на борту магазина Sky Shop. Развлекательная программа сегодня включает в себя несколько музыкальных программ и видеофильмы. Еще раз я вам желаю приятного полета на борту нашего аэробуса, который назван в честь русского композитора Петра Чайковского. Благодарю за внимание. On today's flight service includes beverages, strong drinks, hot dinner, tea, coffee. Sky Shop is available today.
Russian theater in the air includes several channels of world entertainment and video films. Once again, I wish you a pleasant stay on board our aircraft, named after Russian composer Peter Tchaikovsky. Thank you. Thank you.
пошли самолеты. Чем хлопать-то? А как же? Детский сад. Детский сад. Раньше всегда хлопали. Это его работа. Хлопать надо. Нет, нет, это искусство. Дамы и господа, добро пожаловать в Москву. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах до выключения светового табло. В аэропорту Шереметьево транзитных пассажиров просим взять ценные вещи, документы и пройти в зал ожидания. Продолжительность стоянки 1 час 30 минут.